Причем расстояние меньше единицы становились меньше, больше единицы становились больше. Поэтому очевидно, что вот это расстояние, например, оно очень сильно увеличено Евклидом квадрат. Давайте посмотрим, что будет, если воспользоваться менее контрастным способом. А именно Чебышев. Наибольший скачок опять же происходит между 1610 и 1611 шагами. То есть снова два кластера. Посмотрим на эти кластеры. Уменьшение контрастности никак не повлияло. Посмотрим, возможно, что перевод акцента с расстояния как такового на вес оцениваемых точек, то есть на скопление, поможет нам. А мы хотим, напомню, чтобы у нас это был один кластер, это второй кластер, но, возможно, еще некоторые вспомогательные кластеры. Напомню, что Манхэттен или блок – это синонимы в данном случае, блока квартал. Можно сказать, что скачок первый поменьше происходит здесь, между 1605 и 1606 шагом, и затем между 1610 снова и 1611 шагом. То есть это два кластера, и получается и 7 кластеров. Посмотрим. Точнее, 7 кластеров. 7.